Всем доброе утро! Сегодня 20 сентября, ну, и мой день рождения. Сейчас пойду позавтракаю, а потом поеду к Биг Будде. Я не стала покупать экскурсию, а заказала отдельный трансфер. Я поднимусь, все обойду, он мне дал 2 часа и опять привезет меня в отель. Всем хорошего дня! Сегодня погода отличная. Ночью дождя не было. Главное не опоздать. Ну, я успею. Завтра к 7:10. А машину я заказала... Это какой второй этаж? А машину я заказала на 8:30. Такое прекрасное настроение. Оно у меня здесь каждый день прекрасное, кстати. Чего уж там. Как хорошо. Волн практически нет. Так, ну у меня как всегда что-то... Ну ладно, завтрак. Такая что-то фантазия. Вот. И научила ее готовить как мне надо. Желток. Апельсиновый сок. Кофе и тосты с джемом. С джемом возьму позже. Привет, красавица. Подружка моя прилетела. Ну, сказали, кормить тебе нельзя. Ладно, сейчас тост принесу. Кофеек. 140 миллилитров. В другую кофемашину. 2 тоста и джем. Только желтые и красненькие. Собираюсь, ну так сказать, экскурсию, да, Биг Будда. Спросила у тайца, которого в магазине работает при отеле. Я говорю, вот в храм пойду, потом наверх поднимусь. И он говорит, возьми с собой что-нибудь с длинным рукавом, если храм, и чтобы ноги все закрывало. Так поеду в футболке, возьму на всякий случай эту кофту. Ну, головной убор, воду. Даже не знаю, бандан или шляпу, этот волнорез. Волнорез мой. Так, и удобную обувь. Потому что в этих шлепках, если подниматься, совсем неудобно. Да и в них вообще тяжело ходить, если на дальнее расстояние. Так, ну это все знают. И возьму-ка я на всякий случай с собой маску. Они все ходят в масках, мало ли. Храм, много людей будут на меня смотреть. То одна без маски. На всякий случай возьму маску. Все, готово. Поехали на экскурсию.